Теремок ТВ. Вместе по лесу идут, собирают шишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе песенки поют и читают книжки. Ла-ла-ла-ла. Сочиняют мастеря эти шалунишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе радуют ребят мишки, мими-мишки. Настоящий герой. Ну вот, отличное место для пикника. Да, неплохое. Вон там поставим сетку для бадминтона. Саня, поможешь? Не, дочка тебе поможет. Конечно, Кеша. Я за хворостом для костра. Идем со мной, Саня. Ну нет, хворост это не мое. Если хочешь, помоги нам накрыть на стол. Не хочу. Я лучше за Цыпой присмотрю. Идем, Цыпа. Всем помоги. Я же на отдыхе. Буду отдыхать. Цыпа, далеко не уплывай. Ой! Ух, холодная! Ах, вот как ты присматриваешь за Цыпой! Да не волнуйтесь, я его спасу! Саня, ну что так долго? Ничего не долго, нужна разминка! Быстрее, Саня! Куда быстрей? Вода холодная, настроиться надо! Ай, нет времени! Держись, Цыпа! Молодец, Кеша! Ты такой храбрый! Да, настоящий герой! Тоже мне герой! Не мог подождать! Я ведь уже почти настроился! Давайте есть торт! Ух ты! Красота! А кому верхушку? Давайте Кеше! Справедливо! Да, Кеша у нас герой дня! Спасибо, ребята! Эх. Соня! Ой, ты зачем сюда залез? Только тихо! Хочешь мой скейт на целую неделю? Твой новый скейт? Конечно, хочу! Тогда помоги мне! Идем! Точно все продумала? Точно, точно! Залезу по этой веревке, спасу тебя, и мы вместе спустимся. Тогда все увидят, кто у нас настоящий герой. Ну ладно, мне уже звать на помощь? Подожди, надо спрятать веревку. Все, зови! Мой день! Спасите! Помогите! Ой, это Соня кричит! Помогите! Да, это Соня! Ей нужна помощь! Туда! Спасите! Помогите! Сейчас упаду! Не волнуйся, Соня! Я спасу тебя! Тут надо что-то придумать! Ничего не надо придумывать! Ведь настоящий герой уже здесь! Смотрите и не мешайте. Да, спаси меня, Саня. Ой, все под контролем. Соня, ты повиси пока. Не хочу висеть. Ты обещал, что все сработает. Саня, так это ты все подстроил? Эй, снимите меня, я уже устала. Соня, держись! Thank you.
Ребята, вы настоящие герои! Спасибо вам! Видишь, Саня, чем заканчиваются такие подвиги? Я все понял, друзья. Простите. Я не хочу быть нечестным героем. В следующий раз спасу кого-нибудь по-настоящему. А пока можно мне геройского тортика? Сюрприз для мальчиков. Привет, лисичка! Привет! Сегодня мальчики будут вешать скворечники. Пойдем смотреть? Обязательно! Я как раз готовлю для них сюрприз. Какой сюрприз? Торт! Спрячу его в лесу за камнем. И в самый торжественный момент достану. Здорово! Вот ребята обрадуются. Только это должен быть сюрприз. Поэтому о торте никому ни слова. Конечно! Гвозди положил, молоток. Так, что еще? Уже собираешься в лес? Ага, что можно взять с собой из еды? Можешь ничего не брать. Но я же проголодаюсь. Не беспокойся, лисичка все предусмотрела. Она что-то приготовит? Торт! Ой! Что? Я не должна была этого говорить. А еще в моем скворечнике будет кондиционер и автоматическая подсветка в темное время суток. Кеша, привет! Твоя машина времени еще работает? Я переделал ее в часы с будильником. Это было слишком опасное изобретение. Что же делать? Тогда можешь одолжить стиратель памяти? Стиратель я разобрал на детали. Из-за него одни проблемы. Ну вот. А что случилось? Я нечаянно сказала Сане то, что не должна была говорить. Какой-то секрет? Да, про то, что лисичка готовит вам торт-сюрприз и спрячет его за камнем. Ого! Здорово! Ой, опять проговорилась. Что же теперь делать? Все в сборе? Да. Да. Тогда за работу! Готово. Осталось только покрасить. Фуф, что-то я проголодался. Скоро появится лисичка с сюрпризом. Правда? Да, интересно, с чем будет ее торт? Торт? А откуда вы про это знаете? Мне Соня сказала. И мне. Здорово, что лисичка решила устроить такой сюрприз. За работу! Чем быстрее закончим, тем скорее будет торт! Лисичка, прости, я случайно проговорилась о твоем сюрпризе. Никакого сюрприза не будет. Я не успеваю испечь торт. Как же так? Но ведь ребята теперь ждут. Давай я тебе помогу. Здорово! Тогда надо поторопиться. Что-то лисичка не торопится с сюрпризом. Я слышу шорох. Наверное, это она. Нет, это сова пролетела. Кажется, Соня говорила что-то про камень. Так, если торт не идет к Иннокентию, тогда Иннокентий идет к торту. За мной! А вот и наш сюрприз. Хе, может быть, Соня нас разыграла? Видимо, да. Ну, тогда повесим скворечники и по домам. Готово! Сюрприз! Торт! А мы уже и не ждали. Да, собирались идти по домам. Угощайте!
угощайтесь. Очень вкусно. Спасибо, лисичка. Спасибо, Соня. Без нее торта бы не было. А еще мы приготовили для вас компот. Вот это сюрприз! Настоящий художник! Отлично покатался! Чего делаешь? Да так, делаю мозаики из макарон. Из макарон? Ха-ха! Дай-ка посмотреть! Ничего интересного, это я от скуки. А что, по-моему, у тебя неплохо получается. Думаешь? Ну да, надо показать друзьям. А вдруг они засмеют? Если стесняешься, я могу. Ну, держись, студенция. Даже ветер тебе не поможет. Всем привет. Привет. О, теперь можно сыграть двое на двое. Спасибо, я не хочу. Посмотрите лучше, что у меня есть. Ничего себе! Это из макарон? Ну да. Вот здорово! Вам правда нравится? Да, очень оригинально. Сам сделал? Ну, вообще-то, да. Здорово! Можешь что-нибудь еще показать? Да, только они дома. Пойдемте посмотрим! Нет. Там такой бардак, я лучше сам сейчас принесу. Ну как? Им понравилось? Они сказали, что по одной картине сложно судить. Хотят посмотреть что-нибудь еще. Хорошо, у меня есть еще несколько. Возьми на столе, а я пойду прогуляюсь. Вот, смотрите. Красота! Да, Саня, у тебя талант! Вот бы повесить такую картину у себя на кухне! Выбирай! Вот здорово! Спасибо большое! Кеша, Тучка, поможете повесить? Конечно! Отлично смотрится! Интересно, Саня сможет сделать для меня робота из макарон? А я бы повесил у себя картину с оленями. Тученце, пойдем к Сане и попросим сделать для нас мозаики. Давай, думаю, он согласится. Я с вами! Закажу еще портрет Цыпы. Привет, Саня! Отдыхаешь? Да, заходите. Ого! Это твое рабочее место? Да, здесь я творю. Вот моя последняя работа. Что? Это мои картины. Не слушайте ее. Картины сделал я. Ах, значит, ты? Спокойно! Сейчас мы выясним, кто из вас настоящий художник. Давайте вы оба прямо при нас сделаете по одной картине. Запросто. Ну, давайте. Саня, можешь начинать? Сейчас. Мне нужно настроиться. Я не могу делать мозаики вот так при всех. Потому что ты их вообще не можешь делать. Вот и могу. Ой, рука заболела. А у меня готово. Красота! Красота! Да, теперь понятно, кто настоящий художник. Соня, не обижайся. Мне просто хотелось внимания. Не буду. Просто сделаю из макарон твой портрет. Очень некрасивый. Соня, мне Саня подарил одну мозаику. Ты не против?
Конечно! Я рада, что она тебе понравилась. А можно для меня сделать картину с роботом? А мне с оленями. Конечно, сделаю! Спасибо! Позитивное мышление. Что такое? Ничего не понимаю. Хочешь, чтобы я тебя разобрал? Ладно. Привет, Иннокентий. Чего делаешь? Пылесос сломался. Пытаюсь починить. А я хотел тебя позвать на лыжах покататься. Не, сначала нужно разобраться с пылесосом. Без него я уборку не закончу. Киш, надо мыслить позитивнее. Это как? Стараться видеть во всем только плюсы. Ну, например, вот сломался у тебя пылесос. Это значит, что можно не тратить время на уборку, а пойти погулять. Хм, действительно! Вообще-то я пошутил. Нет-нет, отличная идея! Ну его, этот пылесос! Идем на улицу! Птенца, сможешь, как я? Ю-ху! Сейчас попробую. Ой, лыжа сломалась. Да, не повезло. Поможешь починить? Чинить? А может, посмотрим на это позитивно? Одна лыжа, это же почти сноуборд. Отличный повод научиться на нем кататься. Догоняй! Это какая-то ерунда, а не позитивное мышление. Ну все, кажется, готово. Отлично потрудились. Скоро можно будет играть в хоккей. Всем привет! Привет! Ого, каток! Он еще не готов. Надо подождать, пока лед подмерзнет. Зачем ждать? Давайте кататься! Чего стоите? Выходите на лед! Ой, что-то треснуло! Ой! Мы же говорили, что надо подождать. Ну вот, каток испорчен. А вот и нет! Надо смотреть на вещи позитивнее. Как ни посмотри, а дырки сами не исчезнут. Не исчезнут, и хорошо. Ведь дырки во льду – это отличная возможность поиграть в зимний гольф. Ну вот, теперь еще и без шайбы остались. Да ну вас, зануды! Испортил каток и ушел. Как-то не очень позитивно. Ну и метель. Привет, лисичка! Привет, Кеша! Там настоящий буран! Нальешь мне горячего чаю? Конечно, заходи! О, хорошо! Что делаешь? Собиралась посмотреть свой любимый мультфильм. Он как раз сейчас начнется. Здорово! Включай телевизор! Ой, что-то не показывает! Похоже, проблема с антенной. Это из-за бурана. Жалко. Я так хотела посмотреть новую серию. Может, тебе удастся починить? Конечно, удастся. Но ты посмотри на это позитивнее. Сломался телевизор. Отличная возможность почитать книжку. Книжку? О, буран закончился. Спасибо за угощение. Пойду домой. Ничего себе, буран! И как мне теперь домой попасть? Ох, без друзей я не справлюсь. Смотрите, завалило по самую крышу. Надо что-то делать. Кеш, а ты посмотри на это позитивно. Не все так плохо. Теперь с крыши дома можно кататься на санках, как с горки. А еще это отличный повод построить новый дом. Точно. И в нем можно будет предусмотреть защиту от буранов. Да. Похоже, я понял. Позитивно смотреть на проблемы – это, конечно, хорошо. Но гораздо лучше разбираться с ними. Вот именно.
Студенцы, я починю тебе лыжу. И каток вам залью как следует. Лисичка, и с антенной твоей разберусь. Только, пожалуйста, помогите мне попасть домой. Ну, конечно, поможем. Мальчики подождут. Соня, соревнования скоро начнутся. Сейчас, не могу найти свой флажок с портретом Сани. Может, пойдем без него? А то мы все пропустим. Ну, опоздаем на 5 минут. Ничего страшного. О, нашла. Отлично, побежали. Ну все, пора начинать заезд. А как же болельщики? Без Сони я не поеду. Да, давайте дождемся девочек и Ципу. Всем привет! Вот видишь, они еще не начали. Вообще-то, специально вас ждали. Я же говорила, ничего страшного не случится. Внимание! Первый этап супергонки объявляю открытым. Итак, по результатам первого соревнования лидирует Саня. А завтра нас ждет второй этап – гонка на лодках. Здорово! Привет, Соня! Ты готова? Почти. Чай допью и пойдем. Скорее! Мы уже опаздываем. Ничего, без нас не начнут. Угощайтесь. Ну где же девочки? Гонка должна была начаться 10 минут назад. Да, вечно они опаздывают. Наверное, у них что-то важное. Давайте подождем еще немного. Привет, мальчики! Простите за опоздание. Ну, наконец-то! Я же говорила, что без нас не начнут. И правда. На старт! Внимание! Красивое платье. Осталось придумать, куда его надеть. Ой, Соня, сегодня же последний этап гонки у мальчиков. Идем. Пойдем, но чуть позже. Все равно мальчики нас подождут. Ты права. Победитель этого соревнования – Иннокентий. А значит, по итогам 3 этапов супергонки у нас ничья. Всем привет! Можете начинать соревнования. Мы готовы. Вообще-то, мы уже закончили. Правда? Значит, мы все пропустили. Нечего опаздывать. Да, нехорошо получилось. А давайте устроим вечеринку в честь окончания соревнований. Собираемся у меня ровно в 6. Ура! Отличная идея. Будет куда новое платье надеть. Еще нет. Где же они? На пирог они обычно не опаздывают. Да, ждать, оказывается, совсем неприятно. А вдруг они вообще не придут?
Привет. Привет! Мальчики, наконец-то! О, вы уже здесь? А мы думали, вы опоздаете. Как всегда. Знаете, простите нас, пожалуйста, за те опоздания. Да, теперь мы всегда будем приходить вовремя. Вот это и отпразднуем. Кажется, торт нас уже заждался. Машина идей. Напоминалку я уже делал, телепорт тоже, турборанец, умный дом, космический корабль, все было. Привет, Кеша! Привет! Пойдем в бадминтон играть. Нет, я занят. Думаю, чего бы новенького смастерить. А зачем тебе? Лисичка, я же изобретатель, а значит, должен постоянно придумывать что-то невероятное, фантастическое, чего до меня еще не было. Но, кажется, у меня больше нет идей. Нет идей? Странно. А что ты обычно делаешь, когда чего-то нет, но тебе очень нужно? Как что? Просто изобретаю. О, точно! Придумал! Сделаю машину идей! Ладно, не будем мешать. Представляю вам машину идей! Здорово! И как она работает? Нужно сделать запрос, и машина выдаст оригинальную идею для изобретения. Хотите попробовать? Конечно! Пусть придумает что-нибудь... Веселое! Да, и летающее! Машина! Я хочу изобрести что-нибудь веселое и летающее! По вашему запросу предлагается летающая щекоталка! Отличная идея! Летающая щекоталка! И как я сам не догадался! Ждите здесь! Летающая щекоталка готова! Щекотно! Эй, щекоталка, попробуй догони! Ой, что-то я устал смеяться. И я. Кеша, пора выключать щекоталку. Выключать? Этого я не учел. Так, за мной. Уф, добежали. И как же нам с ней справиться? Нужна идея, чтобы остановить летающую щекоталку. По вашему запросу предлагается прыгающая обнималка. Обнималка? Ну уж нет, нам и щекоталки достаточно. Еще идеи есть? Это самая оригинальная. А что-нибудь попроще? Запрос отклонен. Эй, как это отклонен? Бесполезная машина. Кеша, придумай что-нибудь, а то мы отсюда никогда не выйдем. Надо ее как-то словить и связать. О, есть идея! Тученце, подай мне отвертку! А ты, лисичка, вон тот клубок веревки! Ого! Что это? Веревочная стрелялка! Пусть попробует нас защекотать! Тученце, открывай! Заряжай еще! Вернулась! Еще клубок! Ой-ой! Она совсем близко! Надо закрыть дверь, пока не поздно! Подожди! Последний выстрел! Кеша, здорово ты с ней разделался! Да, молодчина.
Только жаль, что пришлось разобрать машину идей. Без нее я опять не смогу ничего сделать. Но ты же придумал веревочную стрелялку. Точно, и без всякой машины идей. А ведь и правда, значит, у меня еще остались оригинальные задумки. Вот именно. Ну, теперь можно идти на улицу. А что делать с щекоталкой? Переделай ее в подбиралку валанчиков. Ну, это потом. А сейчас пойдемте играть.